На работу, как на праздник. Водитель челябинского трамвая Ростислав не может сесть за штурвал без бабочки и выглаженной рубашки. Водитель челябинского трамвая Ростислав Арабаджийский сам себе придумал рабочий дресс-код. Молодой человек выходит на смену в черной строгой рубашке и красивом галстуке бабочки. В таком виде Ростислав управляет вагоном весь день. Внешний вид молодого водителя успели оценить пассажиры. Недавно в соцсетях появился комментарий с благодарностью водителю. Ехали вчера на трамвай номер 1213. Не знаю, это новый дресс-код или инициатива водителя. Водитель в рубашечке, в красной бабочке. Любо-дорого смотреть. Спасибо вам огромное. Сами в хорошем расположении и создаете атмосферу окружающим. Ростислав, в свою очередь, подтвердил, что личный дресс-код – исключительно его инициатива. В кабине водителя не холодно, и поэтому в рубашке он чувствует себя комфортно. Водитель общественного транспорта – лицо города. Кроме того, я считаю, что маршрут номер 16, на котором я закреплен, является ключевым, так как проходит через ЖД-вокзал, центр города и северо-запад, и в связи с этим имеет большой пассажирский поток. Увидеть.